Меня зовут Макейла. Чем я могу вам помочь? Мне сырный хот-дог с горчицей и луком, большую картошку фри и вишневый лимонад. Бабуля сказала, что... О, черт, я их забыл. Потом принесешь. Нет, я оставил их дома у Стилвотер. Простите, не говорю по-английски. А, точно. Вы про балкон. Понимаю. Но мои знания английского ко мне вернулись. Я постирал твои вещи. Спасибо. А ты передал мое письмо Ли Парк? Да, конечно. Эллисон пришла домой, увидела Лину мертвой и вызвала полицию. Этого Акима они так и не нашли. Это он убил Лину. Я хочу поговорить с девушкой, о которой вы рассказали, Эллисон. Да, я так и подумал. Привет, Билл. Привет, Майя. У меня есть кое-что для тебя. Это робот. Ты нашел нас? Дама на ресепшн дала мне адрес. Мне нужно позвонить одной девушке, но она не говорит по-английски. Это довольно личное. Хочешь, чтобы я помогла со звонком? Да. Она сказала, что он был тихий и милый. Милый? Après, quand il est parti, une copine m'a dit qu'il avait poignardé une fille, mais la police... Пресса была против нас. Их волновало только то, что Эллисон спит с какой-то арабской девушкой. Ладно. Это онлайн или какая-то еще хрень? Это все из инстаграм-аккаунта в Суат. И ее стервозной подруги. И все эти фотографии с вечеринки. Бонжур, мадам. Прошу прощения, я ищу владельца бара. Да, это я. Нам нужна информация. Он кого-нибудь узнал? Они приходят сюда, дебоширят, как будто Марсель принадлежит только им одним. Значит, она снова ищет Акима? Я же сказал, что совсем разберусь с Шером. Но кто за это будет платить? Я не говорил про деньги. Я смотри на эти фотографии. Пап. Пап. Ты снова пьешь?